которая выходит. Ну, это прям трогает. Для нее, видимо, настолько приятно и удивительно. Наверное, еще не привыкла к тому, что могут так поддерживать трибуны. Все-таки она дома, и здесь ее так тепло приветствуют. Ей 21 год, это юниорка, которая обыграла нашу Яну. Вот это метод, ну, сенсация, так и называется. А как по-другому? Это фантастика. И если она сейчас еще и победит... Причем, знаете, 2-3, я хочу сказать. А борется она, так, на секундочку, с представительницей Молдавии. Сабиной Артемчус. Как интересно. Представительница Молдавии, но она прошла по испанке и выиграла, кстати, у грузинки. Ну, это да, грузинская сборная очень сильная. Женская грузинская сборная. На этом чемпионате они тоже себя отлично показывают. Ну что ж, интересно, как покажет себя сейчас, конечно, Вера. Все-таки ее трибуны ее обязывают. Посмотрим. Мы уже обсуждали вчера, что свои трибуны очень противоположное действие на разных спортсменов оказывают. Кого-то они поддерживают, а кому-то, наоборот, эта ответственность кажется очень тяжелой и мешает выступать. Ну и посмотрите, насколько хорошо и насколько агрессивно сейчас Горелькова взялась, заставляет молдаванку дышать сразу с первой секунды. Попытка, и сразу сделать прием. Смотрите, рычаг. Сразу на руку. И как здорово взяла-то. Вот сейчас упустила. Вот, но можно доделать, попробовать. Ноги в воздухе были. Но вот. Ну да, да. Тут судья, конечно... Ну, не будем да, обсуждать. Мне возможно, он прав, да. Но я не успел увидеть. Вышла, перекрутилась, ушла на живот, дальше перекрутилась. То есть, вот. Умничка, уже так активно. Спартар как раз, ваши слова, кстати, запали. Неплотно, значит. Ну, это слова, да. Анатолия. Это слова Харлампиева. Да. Вот, и эти слова, конечно, нам... И сразу за рукой, сразу встает на ноги, и сразу же, обратите внимание, представительница Беларуси сразу переключилась на рычаг колена. Вера работает сейчас в очень высоком темпе, сверхагрессивно, и молдаванке она вообще ничего не дает делать, просто ничего. Умничка, удивительно, насколько она так верит в себя, заряжена для такого юного возраста, и такая уверенность в себе. Ну, а Сабина-то, она 22 года, в общем, тоже, прямо скажем, она была на чемпионате мира третьей в этом году. Тоже юная девушка, но при этом, в общем-то, опыт-то у нее... И рука есть, здесь есть рука, искала и нашла. В итоге Горелькова вот так вот в 21 год выигрывает европейские игры. В 21 год. Наше поздравление, мы прям чувствуем счастье болельщиков. Победитель и обладатель золотой медали. Есть золото без каких-либо вариантов. По-настоящему крупный золотой трофей. И не зря вот столько болельщиков, как мы видим, даже личных болельщиков пришли поддержать Веру. Здорово, молодцы. Вообще белорусская сборная очень радует. Такой результат показывает. Такие они умнички. Особенно девчонки, прям супер. Любо-дорого. Редкий финал сейчас обходит.